Ну что ж, ребятки, всем привет, с вами Димка. Сегодня у нас игра по фану в CSGO на картах резерва, то бишь Инферно, Ацтек, Даст, Вертиго, Офис, Итали, Ассалт и Милиция. Такие вот карты у нас могут выпасть. Ну, поехали, короче, да? Ну что ж, ребят, вот мы с вами прогрузились. Так, убираем, конечно же, нашу диглошу и калаш. Ждем противников. Как мы делали это раньше. Нормально я подождал, сам видели, да. А вот там вот словил, братан. В нефиг. Так, где-то еще враги были. Ну-ка. Нужно навик, в принципе, взять. Давайте навик возьмем. Да ладно. Я почти его убил. Привет. ФПС, ты пьян? Что с тобой? Что за ФПС, ребят? Я не понимаю. ФПС очень странный. На этой карте. Хорошо, хорошо поставили. Мы не такие, мы не такие шилухи. Хорошо. Так. Там, видимо, никого нет. Мы бежим сюда. Понятно. Им жестких фрагов у нас не будет. И будет, но не сейчас. Может, надо немножко снизить уровень звука. Не, не подумайте, это на FPS никак не повлияет. Это просто, как бы, мне будет легче играть. Мы хопим понемножечку, потихонечку. Так, враги, где же вы? Я же вас жду. Вас нет. Эх, печалька, врагов нет. Да ладно, как так? Я же зажиматор. Вот, видали, почему он зажался. А тот не зажался. Блин, спасибо. Закон подлости гласит, если взять петух, то можно вырваться на первое место. Но мы это делать не будем, потому что они и петухи, или петухи. Ну так как эта игра по фану, можно в принципе и петух взять, верно? Но я думаю, он нам не очень-то и поможет. Потому что как бы... Понятно. Не, бэхопись, конечно, классно. Да где же враги-то? Ё-моё, я уже два круга пробежал. А, понятно. Нормально зашел, да? Ладно, ждем. И следующая карта у нас, ребят, офис. А вот мы и на офисе, ребят. Тут у нас будет получше, я думаю, с кадрами. Да и вообще, в целом, с игрой. Лол. Привет. С врагов нету. Хорошо. Где тогда они тут? О. Гая гений, и правда они тут. А еще они вот тут. А еще вот тут. Зажиматоры подъехали. Лол. Вот так вот, изи нож, блин. Так, ладно. Ждем, ждем наших врагов. Ставим хедшот. Ставим второй хедшот. Третий хедшот. О, ну это не хедшот, правда, но все равно неплохо так вышло. Чисто на реакции, да. Стоп, что? Да что ж с FPS-ом-то, мать вашу. Он проседать начал. А-а-а.
Почините КС. Фикс. О, привет. Не, ну реально, ну как-то проседает так, малясь. Не знаю, с чем это связано с тем, что обновы как бы новые вышли, наверное. Да. Да. Да ладно, с глока перестрелять темку, это же impossible. Ладно, все возможно. Кстати, я почти первый, почти. Почти. Вот это, блин, безысходность. Когда ты ждешь одного, и тут слева выходит другой противник и ставит те же баны. Вот это я называю безысходность. Походу сзади. Вот так вот. Нехер в Димку стрелять. Блин. Так, хорошо. Привет. Пау. Слетела голова. Так, пробуем сдигла браздать сегодня. Я надеюсь, у нас получится это. Всегда получалось, сегодня нет. Нет, такого не бывает. Главное все сделать осторожно. Ну, ну почти. Ну, ну да, ну там, блядь, летел. Ничего, нам. Нормально. Вау. Да ладно. 47, лол. Да. Ну где враги, алло, ну где вы? Да, дабстеп, это конечно четко под дабстеп. Но я второй, да, как бы. Как бы у нас Супермен первый. Доширакович. Алло. Да так нечестно, он вообще в этом сидел. Как он? За ящиком этим. За ящиком, блин. За горшком. Ну ладно. Все нормально. Все отлично. Пил, 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 пил. Да ладно, убил все-таки. Так, хорошо. Эх, время закупки вышло. Ладно. Придется нам бегать, как мы бегали раньше. Вот так вот. На стелс. Да блин. Марио. It's me, Марио. Ай, бля. На. Да ладно, не попал. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Несколько фрагов стекла я уже сделал. И это уже хорошо. Как бы не безнадега. Ну, вы сами видели, да, какой, какой жесткий. Я вообще жесткач прям. Вообще и бы хоплю. Прям вообще. Киберспортсмен. В кавычках. Ну как бы да. Ура. Сейчас сзади меня, чувствую, подожмут. Что там сзади никто не смотрит. Ах ты. Паразит-то какой, а? Оп. Все-таки револьвер отстой. Зигл тащит. Так, не пугай. Ты тоже не пугай так. Ну-ка, ну-ка. Оп! Хорош. Так, тихо, тихо, тихо. Где-то тут еще враги были. Вол. Давай.
Почему он на голову не попал? Лол, я же целился в голову. Но... Этот тикрейт, он божественный. Спасибо, Valve. А, все нормально. Нормально, нормально. 24 к 17. Нормально. Вот это хедшоты. Вот это жестко. Залетело троим в лобешник. Где-то тут еще враги есть. Вау, я удерживаю превосходство над кем-то там. Еще бы, вы посмотрите на их. Они просто стоят в АФК. Они просто в АФК стоят. Еще бы я не удерживал превосходство над АФКшниками. Вау. Да ладно. В стену попасть. Это просто надо. Без комментариев. Как это было? Он отпрыгнул и развернулся, мне в хэдшот попал. Нормально, да? Почему я так с дигла не могу? А вот с 360 маус хоп и... Не могу, не могу, пацаны. Надо пробовать вот так вот сделать. Сейчас, секунду. Так. Оп. Оп. Ну-ка, сейчас попробуем так сделать, как он сделал. 360 MLG. Ших! Пау! 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 Боже. Ладно, не судьба. Видимо, мне судьба. Да блин! Ты так нечестно, у него калаш. Да, 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 да. Да. Понятно. Жестко. Пау. Во. Вот это по-нашему. Где же враги? Тут. Сюда подошел? Рано обрадовался. Это было красиво. Пау! Да блин! Что? Почему? Вот это было непонятно, как он так на бегу-то попал, Савика. Щиты, значит, да? Это звездец. Это реально, да. Жесть. Как бы, получается так. Моя стрельба это уровень бог, но как бы иногда она рандомна. Что сказал, сам не понял. Да. В общем, в итоге мы с вами выбрались на второе место и как бы закончили на втором месте, да? Че, ребят, подписывайтесь на канал, ставим лайк, ставим группу, с вами был Дипка. Всем удачи, играйте хорошо, всем здоровья, всем пока-пока. О.